Можно ли посадить DC-6 в Лукле? Это экстремальный аэродром, расположенный на высоте 3 км с полосой 500 метров и ее наклоном 12 градусов. Чтобы решить эту задачу, нам потребуется DC-6, мануал, еще несколько DC-6. Перейдем на страницу 308 и посмотрим на график. Видите? Это возможно. Высота 8000 футов, масса 60 тысяч фунтов, линия до штиля умножим на 0,6. Затем сделаем коррекцию на наклон и получим 1900, но полоса всего 1700, значит нам нужно больше ветра. Тянем линию дальше, пока не упремся в 3500, а это всего лишь 12 метров в секунду встречного ветра или снижение веса на 7%. Оставим теорию для зануд и перейдем к практике. Сливаем все жидкости и высаживаем стюардесс и борт-инженера. Напрямой выдерживаем 100 узлов и целимся в торец. После касания включаем реверс и применяем максимальное торможение. Вот и все. Осталось теперь понять, как улететь отсюда.